наконец, если я, это специально, я еще пытаюсь свою точку зрения отстоять, если я беру и заращиваю, я эту фотографию выбрал еще по другой причине. Да, можете посмотреть, что такое настоящий сад, что такое жить в этом саду. Видите, кто кого украшает? Таня дерево или дерево Таня? Попробуйте догадайтесь. Один скажет, она дерево украшает своим видом, а кто-то скажет, дерево ее украшает, что она стала еще краше. Видите, красная блузка, красные эти, красные яблочки, здорово, да? А вот еще и та самая трава. Они не разобьются. Ну, какая-то часть разобьется. Раз, это два. И, наконец, упомянули плодожорку. Да, мелба относится к вкуснейшим яблокам. Для плодожорки это все хлебом не кормить, дай его это самое, испортить яблочко. Но абсолютно здоровых деревьев плодожорки много не бывает. Только потому, что яблоки-то сладкие, но дерево обладает иммунитетом. Я теряю примерно, ну, из 10 ведер рано упадет 2. Но мы их собираем, она довольно ранняя овощи, вот это самое. Сейчас, секундочку. Это вот мелва, это ранняя овощ, то есть фрукт. И она падает тогда, когда она уже достаточно сладкая, с дырочкой. А остальные яблоки еще зеленые, жди, жди, особенно осенне-зимние. Я беру это яблочко, беру нож, аккуратно срезаю, я съедаю 3/4 этого яблочка. В то время, когда еще других яблок нету, ну, кроме этого самого, кроме белого налива и попировки. И в это, вот она, оказывается, так рано начинает, и заканчивает она плодоносить осенью. Вот эта мелба, у меня и семечки есть, это мелба. И черенки есть, но что-то никто особо-то на них не жарится. Особенно обидно, что на черенки. И вот получается, что никогда не было, что плодожорка все попортила. Она берет свою долю. Я все равно часть яблок оставляю по дереву. Но где-то звучало две цифры, это было в солидном журнале, в какой-то западной стране этих самых приурочили, приравняли цену яблок вкусных, красивых, естественно, здоровых, с ценой, цена одинаковая, на яблоки с червоточиной. Вот так вот. А второй источник говорил другой стране, там Франция упоминалась, ну, то ли для первого случая, то ли для второго. 5 раз яблоки червоточины, а значит здоровые, потому что хрен полезет этот червяк в отравленное яблоко. И какой смысл мне, когда у меня нет этого самого специальной техники, вот, и не надо, оно никому не мешает. Яблоки упадут на эту почву, большая часть сохранится. Вот, видите, я написал газон, но я написал не просто. Мы должны понимать две разницы. Вот вторая разница, смотрите. Фотографию предоставлен мне Савельич Елена Александровна, аспирант моей главной помощницы. Так, как бы, моя зам по науке, во. У меня еще зам Сафронов, еще главный редактор моих книг Троценко, тоже зам по полиграфии. А это, вот, она привезла это. Это не из сельского хозяйства, не из Мичуринского института. Вот. Ну, казалось бы, все безобидно, может, потом зарастят. Вот. Ну, естественно, если не хотят содержать под этим самым, хотят под паром, под черным, пожалуйста, собирайте яблоки эти, съешьте их теперь. Видите как?